Здравствуйте, меня зовут Александр Горбунов, и сегодня я покажу вам классный жилой дом с 7 спальнями и со своим причалом, который расположен всего в 10 километрах от Московской кольцевой автодороги по Дмитровскому шоссе. Адрес дома: Московская область, город Долгопрудный, микрорайон Павельцево, поселок Клязьма, дом 119. Продается трехэтажный жилой дом площадью 350 квадратных метров, полностью готовый к переезду. Материал стен: газосиликатный блок, базальтовый утеплитель и облицовочный кирпич. Толщина стен 55 сантиметров. Перекрытие и лестничные марши монолитные. Во внутренней отделке много натурального дуба, керамогранит, классные тканевые обои, паркетная доска. В санузлах испанская плитка, итальянская сантехника. В гостиной и в спа-зоне настенная живопись по сухой штукатурке. На первом этаже расположились большая кухня-столовая-гостиная с камином и с выходом в зимний сад, где есть еще один обеденный стол. Две больших спальни. Большой санузел с биде и с душевой кабиной. На втором этаже просторный холл с выходом на балкон с видом на гавань. Три больших спальни и спа-зона с мраморным джакузи и сауной, где также есть санузел. В мансардном этаже две спальни и кабинет с мансардными окнами, большой холл с новым бильярдом. Потолки в доме от 3 до 3,5 метров. На кухне каменная столешница, новая встроенная техника и классный обеденный стол с вращающимся центром. В каждой спальне есть мебель из натуральных материалов в отличном состоянии. В доме практически не жили. Кроме дома на участке есть еще гараж на 2 автомобиля с жилым вторым этажом для помощников по хозяйству. Большая беседка с барбекю и вольер для собаки. Перед домом большая площадка с брусчаткой, за домом благоустроенный сад. Вокруг дома выполнен дренаж глубиной более метра. Земельный участок площадью 10 соток правильной формы имеет подъезды с двух сторон, поэтому рядом с участком много места для гостевой парковки. Кроме того, перед участком со стороны гавани есть большой благоустроенный палисадник площадью около 4 соток. Коммуникации. Электричество 15 кВт, газгольдер, расход на газ 60 тысяч рублей в год, скважина с сертификатом глубиной 72 метра, канализация, мини-очистные ТАПАС 10. Уровни сотовой связи и мобильного интернета здесь отличные. Проводной интернет на столбе у калитки. Плата в поселке на целевые расходы составляет 23 тысячи рублей в год. Общая стоимость коммунального обслуживания как в двухкомнатной квартире.
Всего в 50 метрах от границы участка есть пирс со своим местом для стоянки катера и спуском на воду. Гавань имеет выход к большой воде, глубина водоема 15 метров. В 200 метрах от дома есть чистый песчаный пляж и рядом детская площадка. Менее чем в 10 километрах от дома есть школа города Долгопрудный, несколько сетевых продуктовых, в том числе магазин «Перекресток», а также станция МЦД «Хлебниково», от которой до центра Москвы можно доехать всего за 36 минут. На автомобиле до центра можно доехать также по скоростной платной дороге, время в пути менее 30 минут. Документы. Земельный участок и дом находятся в частной собственности с 2011 года. Собран полный пакет документов, в том числе для ипотечной сделки. Объект с данными характеристиками всегда является удачным и ликвидным приобретением. Дом при желании легко сдать и легко продать. Не откладывайте свою жизнь на завтра, звоните мне уже сегодня, я с радостью покажу вам этот дом. Дом с семью спальнями и со своим причалом ждет вас.